Это электронная почта. Есть такие буковки, и ты нажимаешь эти буковки, и они пишут. Ну, это такая программа на телефоне. Ну, ты на работе, а тебе надо что-то сказать. И ты пересылаешь по СМС. Ну, там, короче, присылают разные сообщения, песни. Это такая программа, по которой можно общаться на расстоянии. Телефон, наверное, реагирует на какую букву нажимает человек. Там есть, ну, кнопка, и там нажимаешь «Отправить», и там сообщение быстро летит на другой телефон, и там получаешь СМС. По СМС-кам можно общаться, не ходя на улицу. А еще это как листы, только на телефонах, электронные. СМС-ки идут по проводам к тому, кто это написал. Пообщаться просто. Ну, например, как дела, что ты делаешь, когда ты приедешь. Ну, мама иногда кого-то ругает, а кого не знаю. У тебя все в порядке или... А что ты завтракал, какой у тебя день? Что ты будешь после завтрака делать? Мы сходим куда-то погуляем. Привет. Пошли со мной на дискотеку. Ты сам дома и что-то надо сказать, а никого рядом нету, то можно СМС послать. В СМС-ках пишут, что надо делать и как это делается. Ну, маме, папе, бабушке, дедушке, двоюродной сестре и бабушке. Ну, она мне может скинуть видео.